Стрельба в Дагестане. В Дагестане в перестрелке между местными жителями погибли двое. Среди них депутат районного собрания. По предварительным данным, в конфликте участвовали от 10 до 15 человек. Двоих пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Один пациент со сквозным ранением в левое плечо, один пациент со сквозным ранением в тазовой области справа. С повреждением мягких тканей, сосуды и нервные не задействованы. Силовикам удалось задержать 6 человек, их личности пока не разглашаются. Для поимки других предполагаемых участников в районе ввели план «Перехват». Перестрелка произошла недалеко от границы с Азербайджаном.